Да, держи, дай. Почему не держать? Мы на я заднем. Подвинулся чуть-чуть. Блять, мы на заднем встаем. Да ладно. Блять, да. Тихо. Мы станцуем, ёба. Тихо. Давай вот я поеду. Я на матче буду. Блять, съёбываем нахуй отсюда. Блять, все зеркала подберем там. Ёбка, блять. Блять, ты так не виляешь нахуй. Это Порш, блядь, дебил. Да, плохо, хоть нахуй бугать. Аккуратно, слышишь? Помоги. Нас мусор заметил, охуенно, блядь. Должен заметить, а то? Сегодня он жестко отец подсел на очко. Сыном, блядь. Очень жестко садится на очко, ну, волнуется очки, парень. Я был направо, говорит, я был направо. Направо, я был так. Сейчас ебашь направо. Вот мы отклонились от маршрута. Сейчас, короче, ебашь направо. Я тут... Ребят! Вон это, памятник Шотова. В натуре. А ты очковал? Все, передохнем. Покушаем. Сишечки. Бля, как бабка старая, нахуй. Травнили, блядь. Да заебал ты меня снимать. Скажи пару слов. Короче, ребят. Проехали хуй знает сколько. Да, ребят, втроем на лячке, короче, да, пиздец. Видите, блядь, это Nexus китайский, выдержал две аварии, сейчас да, мы едем втроем на нем. И сейчас он заглох. Сейчас он заглох, да. Едем мы в ебеня. Вот его завел. Тормози. Вот он развалился к хуям. К ним пошли детали. Откати его. Откатим. Тут у нас произошла поломка. Роман, ну что случилось? Да просто таких стартиков отвалился. Бля, пиздец, что сказать, Китай. Сеня подсел на паднику. Пытается починить. У него вроде получается, но шайбочку забыл крутить. Блядь, чё? Ладно, чё? Мы пока закончим снимать это видео. Приедем в парк Горького, продолжим. Надеюсь, доедем нормально, ничего не развалится. Всё, давайте, ребят, до свидания.